Данный фильм – это сборка с разных рыбалок, с разными людьми. Июльская рыбалка, как ни странно, была трудовая, но я все же колкастого находил. Погода в данную поездку нас не баловала. Дожди были почти через день. Ну все, комментировать я больше не буду. Смотрите и строго не судите. А у нас опять идет дождь. Доброе. Здорово. Какое оно нахрен доброе? Доброе. Просто здравствуйте. Хорошо здесь, приятно. Дует вот оттуда сюда. Вот кармашки есть, вот разные по бокам тут. Матрасик у меня надувной. Одной из знаменитой фирмы, синенький. Его, правда, раздуло вот в прошлом году. Немножко грыжка у него вылезла, но мы его вылечили. Вещи вот помещаются вот слева, прям вот много вещей прям помещается. Справа вот много вещей помещается. Слева. Еще вот там вещей. Вот в ножках у меня с той стороны тоже есть вещи там рыболовные. Шикардос, в общем. Сам клубочком свернулся, остальные вещи. Вот спальничек у меня вот такой красненький есть. Ну, короче, вдвоем здесь вообще шикарно спать, да? Да, великолепно. Втроем, ну, как бы, тоже нормально? Втроем можно, но вдвоем приятнее. Ладно, все, базару не отвлекаем. Спи. Спасибо. Пока-пока. Здесь молния. Может быть, как и второй вход полевых. Да, или как шикарно. Он опять здесь. Вот я здесь снова. Вот, у меня есть маленькие вещи, какие-то можно разместить. Это можно все расстегнуть и все равно. Да, это можно расстегнуть, просто я делаю так вот, чтобы быстренько. Раз. А где деньги ты еще? А денежки у меня глубоко под матрасом. Ну, короче, быстро собирается, быстро разбирается. Лодка шикарная. В районе 4000, по-моему, стоит на сегодняшний момент. 4 с хвостиком. Еще есть? Вот такая вот палатка. А вы что спрятали за книжку?
Вот, а это моя вторая палатка. Это уже более большая. С огромной прихожей. Также сквозной выход. С вентиляцией можно закрывать его. Всего на трех дугах. И растяжки. Куча вентиляции. С двух сторон. Здесь такая же. Прихожая с литым дном, с единым прихожая и спальня. В принципе, я вам уже у Игоря эту палатку показывал. Вот у нас размещение вот такое. Там маленький столик. Здесь мы с Любой спим и сын. Вентилятор. Кемпинговая вот такая мебель. И куча вещей. Если вещей столько нету, то можно сюда еще матрас положить и здесь, допустим, разместить еще человек. Может быть, даже и двух. Освещение у нас тут разное, от батареек, от электричества. И вон большущая сетка. И там, соответственно, будет громадное такое окно. По сути, это выход. Вот такая вот палатка. Фига, сом, блин, призасып. Если это не засып, то это сом. Давит, нет? Ой, сом, если не багр. Все-таки не зря мы упирались-то. Багр, походу. Чем винтом идем? Багр. Сережа, багр. Багр! Нет. Да. Если сон-то не крупный, лучше бы сюда было. Нормально? Будем считать, что он убил ему в харю. А я его всю. Хорошая. Мафей, слабину тут не давай, слабину не давай. О, где? Корок. Блин, а удар-то был какой? Удар был вообще сильный. Здравия, Тимур, первая рыбка. Ловится, надо остановить процесс, подумать, помыслить. Помогает, думаешь? Да. Лучше песцы бы, ты знаешь, вот тебе помогло песцы. А сейчас что? Нифига себе. Хороший. Смотри, свои цы. Ну, базаров, а, энергия цы у него. Багр. Хороший. Багр. А, багр. Ну, потому что энергия ци, я же говорил, вот, говорил, не слушаешь ты меня. Не багр это, просто мелочь какая-то. Да, взял за рот. В рот. Смотри, как щука башкой трясти стал. Уже лет 5-то. Ну, такой, в принципе, неплохой. Ну, больше килошки. Съедобно. Так, ну все, хорош. Сатишки у тебя вон там. Руки у меня здесь, пассатижки. Ну хватай, здесь. Хватай за губу-то. Ну что ты, Серёня?
Не обижай меня. Я судака пойму. Второго причем? Вот мой красавец. Прямо сумочка аккурат под него. А, сумку Люш зачетную взял. Давай, ложись рядышком. Вам будет хорошо вместе. Ой, базаров, а. Подальше. Оп. Сидит. Большой? Нет, женщина просто сидит. Я маленький. Или маленькая тоже. Стайка опять коротышей каких-то. Как тебя? Вы чё? На, вон, все мелкие. Заговор. Всё, да, зеленого, отсюда свалили. Смотри, прям стая стояла. Меня? На воблер. Смотри, что у него во рту было. От мешка. Да, мелкие, но всё-таки приятно. Значит, не знаю, всё-таки хоть чуть-чуть. Хотя бы маленькое. Меняй воблер, не? Хочешь, давай другой поставлю. Крупнее. Хочешь? Да, поставь на них. Мой покоцанький. Не, мой покоцак. Как будет интересно. Мой покоцак. Здесь нет рыбы! Ее здесь нет. Тимофей, скажи что-нибудь. Нет ее здесь. Проверь, Серег, надо просто разместить свет, чтобы свет был. Я ее машину тушу, надо подложить. Нет, она вон висит. Сейчас она это. Кайф. Обалдеть. Только самогон, что вообще понять. Опять не очень большой. Главное слабину не давай, да, вот раз, раз, и слабину не давай. Молодец. Третья рыба твоя уже. Папа, все, по-моему, ловили. Ну, кстати, не такая уж и мелочь. Более-менее нормально. То мы на еду заберем. Поздравляю, Тима. Спасибо. Лукасик меня разлюбил. Буду теперь по
муху ловить. Червей-то сделай. Да я червей-то сделаю, да. Лопатка выскочила. То есть штырек от вибрации, что выскочил, легко выходит. Надо посматривать периодически. Да, он слабенькую не давал. Ну, я думаю, стая стоит. Смотри, зеленый. Старенький глянц. А, это не 217-й? Это 205-й. Или я все вот такие купил, 205-й? Не знаю. 217-й, вот, видишь, у него полоски такие, другие. То есть они более частые, да? Ну да, там, побольше. Давит тоже по клевочкам. По тяжести так вроде прилично. Если не багр. Подстрахуй, Андрюх. Да, я думаю, двушечка здесь поболее может. Двушка точно. Ну, больше двушки, наверное, нет. Хотя есть. Белый ходок. 125-й. Ну, где-то 2 с лишним. Ну, около двушечки, может, полторашка, наверное. Сейчас, если давить не будет. Да не, около двушки, наверное. Угу. Нет, полторашка, наверное, кило две. Так, опять белый. Работают белый и зеленый. За последний тройник прям слямзал. Прилично, да, причем.
ножики удобные. Значит, возможно, без поводка поклевывать стало получше. Может быть, из-за цвета. Но без поводка поклевывает получше. У Андрюхи сразу стояло без поводка. Вот на такой 205-й, тоже 125-й агрессор. У него много поклевок. В голову хороший удар был. В хвост очень много ударов. В середину поменьше. Но хорошие клыки, хорошие порезы. И вот такой белый ходок. Тоже весь уже покоцанный. Так, нашли мы его. И вот делаем короткие дорожки. Далеко не ходим. Смысла нету. И сейчас будем пытаться его здесь ловить, выкашивать. Мелочи много, тоже выпускаем. Покрупнее забираем. Зеленый что творит. Не, ну сейчас сидит что-то. Просто не крупный. Люди не хотят самостоятельно искать. Не хотят. А, вот, в отвес пошли, я говорю. В данном месте нам рыбалку все же обломали. Вообще, как ни странно, люди сами рыбу не хотят искать. Редко кто занимается поиском рыбы самостоятельно, а как правило, рыбаки стараются подглядеть, кто где ловит, и занять это место. Причем он уже попадался, у него рядом еще одна дырка. Сколько у рыбы памяти? Хрен его знает, но рядом чуть раньше он еще попадался, вон например. Я боюсь так их брать, эти. Вот еще одна дырка свежая, с этой стороны была прокол. Блин, я вообще руками не вытаскиваю. Я этими ножницами. Ну, я тоже, как правило, ножницами. Не ножницами, пассатижи. Ну, ты на опыте. Да главное держать его покрепче. Чуть-чуть его пожалеешь, он тебя жалеть не будет.
Молодец. Удачишка. Такой же, наверное. Не надо, не надо. Там ничего такого нет. Да, покрупнее. Угу, тоже подружечка, смотри, как горбатый. Угу. Лучше. Ну что, Рус, мы его нашли. Не, наверх идет, не крупный. Что-то и легко идет. Он давить начинает. Попробую без него взять. Такой клыкастик. Нашли мы его. Заяц второго уже тащит. Нет, рыбка. А никого там было нет. Не, не есть. Вставай. Слабину дала. Если давит, не тащишь. Давай сюда. Сюда. Вот, вот. Хороший, Ванюша. Нормально. Хорош. Не поцелю. Мам. Я. Спокойно у вас, Глеб Георгиевич. Я рыбу хотел сказать тебе. Большая? Думаю, да. Или большая? Отличная, хорошая. Пацан, да? Да. Вот, видишь, он давит. Я ничего не делал, я просто держу натяжки, немножко подматываю. Все, вот он не дает, я уже быстрее мотаю. Угу. А если кто-то не успевает, а он быстрее, сел... быстрее, быстрее, он быстрее, быстрее. Сильный, да? Да, да, быстрее. Пац... Все, вы не успеете. Вы не успеете. Она не такой уж большой. Это двушечка. Я думал больше. А сколько там будет? У меня он на коротке шел. У вас же длинный, поэтому. Ух ты, очки в воде. Так, вот она. Наконец-то. Ах ты меня простила. Ура! Балка. Я больше не буду какать в речку. Все, друзья мои, июльская поездка подошла к концу. Подписывайтесь на мой канал. Впереди много чего будет интересного. Ну а для новеньких я хотел бы напомнить, что в предыдущих фильмах было много чего полезного и интересного. Всем рыбацкой и жизненной удачи!